И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен тесту, наконец-таки, долгожданному Аресика с иммунитетом от поджога. Ну и, конечно же, нашей замечательной, любимейшей пушечки пулеметик. Если у нас раньше царствовало и нагибало сочетание в виде пулика с зажигательной лентой и ареса с иммунитетом от поджога, сейчас же фиксанули у нас устройство зажигательной ленты, и его использование не имеет никакого смысла. Теперь же мы будем играть с пулеметом, но уже с другим устройством, которое называется адреналинчик. Кто смотрел видос с открытием контейнеров, тот знает, что мне иммунитетик наконец-таки от поджога выпал. И наконец-то свершилось то же самое долгожданное чудо. Мы отправляемся тестировать эту жесткую комбиночку. Что касаемо дрона, я думаю, что лучше взять бустер. Не знаю, мне в последнее время, я уже очень много говорю, защитник, ну, не нравится. Ну, просто не нравится. Я не вижу в нем особо никакого дополнительного преимущества. Поэтому мы берем бустер. Ареса, пулик. И идем наваливать по режимам контроль точек плюс ТДМочка. Два дефолтных стандартных моих любимых режима. Посмотрим, что у нас получится. Надеюсь на то, что будет все очень круто, замечательно, аппетитно, сочно и нагибанерски. Все, работаем, ребяточки. Свершилось это чудо. И, ну, я уже просто в ожидании. Это первый бой на аресе с иммунитетом от поджога и вулканчиком. Я тестировал все это дело на Крусейдере в последнее время. С Крусейдером тоже очень достойно все дело получается. Посмотрим, что же будет теперь у нас с Аресиком. ХП больше, живем дольше. Ну а значит, может быть, и киллов даем больше. Посмотрим. Есть еще и супер крутой овердрайв, который будет сейвить мне ХП при хорошем тайминге. Разворачивается, конечно, немножко подольше, чем Крусейдер. Ну и заодно, кстати, поймем, что лучше. Крусейдер все-таки или Аресик с этой комбиночкой. Как же долго я ждал этого, вы себе сами представить не можете. Ну, наваливать начинаем. Начинаем наваливать. Плюс ХП себе даем. Шар полетел. Нормал дэнс. Добавку, 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 добавку. Туда еще урона. Хорошо, можно еще здесь хорька схавать. Очень быстро улетел хоречек. По викингу. Чуть-чуть домашки. Овердрайв, к слову, копится тоже довольно быстро. У Крусейдера, конечно, чуть-чуть быстрее, но здесь тоже быстро. Аптечка дополнительная всегда имеется, это очень хорошо. У нас тоже, я смотрю, здесь пулеметик наваливает. Ну и пока все складывается очень круто, очень достойно. Живем. Дополнительная аптека пока работает выгоднее, чем дополнительный урон, если бы это был бы Крусейдер. Чуть-чуть там накинули по пятерочке. Ну и живем, живем, живем. В чем плюс бустера? Спросите вы меня, почему бустер, почему не защитник? ДДшка есть стабильная всегда. Такого вы не сможете получить на защитничке. У вас будет КДДшки, соответственно, урона вы будете наносить меньше. Здесь у вас такой проблемы нету. Вы постоянно на навале, на карнавале, на нагибе, на развале. И, ну, это просто до свидания. Сколько киллов? 14. Работаем, 2 минуты. 14 киллов, 2 минуты. Очень хорошо, еще сразу плюс килл с шарика. Плюс себе full хп. ДДшечку, чтобы... Ой, вернее, мину поставил, чтобы ДДшка откадешилась. Ну и я не знаю, что-то очень хорошо пока идет. Шикарная катка, походу. С каткой очень сильно повезло. Броня, аптека. 50% овердрайва. Надо бы побыстрее овер. Рез противника здесь, да, в углу? Ну, какая-то жесткая катка попалась. Досрочки, скорее всего, не будет. Противник там периодически точки отхватывает. Это очень хорошо. А приколите, если бы этот вулкан еще бы... Ладно, давал себе ХП, это уже перебор. Но это была бы жесткая тема. Так, надо шар запустить. Пориспу, чтобы красиво полетел. Бля, я уже не догоню, наверное. А ну ладно, он там сейчас сожрет. Не сожрал? А что не сожрал? Я здесь должен был сожрать еще одного противника. Так, меня до сих пор еще ни разу не чпокнули. Есть здесь... Купол титанчика. Шикарно. Работаем. По викорельсечке еще. Ну, ботов нормальных накидало против, если честно. Ярик по ощущениям постарался. Работаем. Что не сделаешь ради нового имбы, не? Полбоя прошло. 25 киллов.
Иду на 50. Иду просто на 50. На 50 на легендарном вооружении. Блин, ваншот. Ваншот залетел. Обидно, досадно. Пробитие дали. Ладно, сыграем через центр. Агрессивно через центр. Ой-ой-ой, как же жестко с бустером урона летит. Сюда просто, плюс 2. Сюда еще одного. Хорошо. Углы шикарные. На аресе. Полбоя прошло. Шарик пускаем. Блин. Найс, пустил шар. Хороший шар. Рабочий, так сказать. Блин, опять хори гром меня чпокает. Второй раз умер. Это столько времени теряет, если вы умираете. Это минус где-то пару киллов точно. Которые могли бы мне сейчас уже бы дать возможность приблизиться к десяточке. Не, ну 50 это будет прям очень жесткий показатель. Карта шикарная на 50-ку. Просто шикарнейшая карта. Надо вот эту викоресечку окнуть. Викоресечку, викоресечку. Добить, 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 добить. Добить, 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 хорошо. Еще хорька, хорошо. Викинг. Викинга, 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 живить. Ай, чуть-чуть. 36. 36 киллов, 36 точек, 2 минуты есть. Все есть у нас, просто все есть, чтобы сейчас дать контенту. Чтобы просто дать контенту. Давай, 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 толстый разворот. Хорошо, сейчас по респу даем шарик. Может, кого-то зацепит. Вот так вот красиво запускаем. На тормозовочке, хорошо, полетел. Шар, кстати, большой стал. Раньше он был меньше по размерам. Он ушел вниз. Неправильно его пустил, получается. Так, еще плюс килл. Так, по точкам, скорее всего, закончится бой. Это немножко плоховато. Досрочечка. Скорее всего, буду. Ну ладно, пока навал хороший. Сколько у нас? 41! 41! Работаем, работаем, работаем! Есть шанс! Есть шанс, есть шанс. Аптечка. Ай. 42, 42, 42 килла, мать его, это просто жесть. Очень круто, очень достойно, очень аппетитно, очень сочно, очень по-нагибаторски. Давай, 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 еще сюда, 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 надо кого-то зачепить. Викорельсочка, овердрайв прожмет, нет? Не, не прожмет. Его быстро очень нагнули, но у меня килл подсосали. Подсосали килл, хорошо. 50 сек. Шарик бы запустить куда-то. Шарик бы запустить. Викарельс овер прожимает. Ай, кильнул. 44-40 секунд. Есть шанс, есть шанс, есть шанс, есть шанс. Есть шанс, успеваю. Успеваю на 50. Успеваю на 50. По ощущениям должен успевать. Плюс. Приход. Вика Жига закрывается. Вика Фриз. Урончик, 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 сюда, 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 сюда. 13 секунд. Еще вот этого зацепить. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. На центр. Урону. Урону, 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 урон. Давай, 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 давай. Ай, блин, не успел. Сколько? Сколько, сколько, сколько? 47-ка! 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 Ареса пулик, молодые люди. 47 киллов. Очень достойно. Очень достойно. Я думаю, что надо давать еще одну ЦП. Надо обязательно давать еще одну ЦПшечку, но это очень жестко. 47 киллов. На Крусейдере я столько киллов не давал. Это прям очень жестко. Но может карта просто очень сильно повезло. Но 47 это жестко. Это 50-ка, грубо говоря. Округляем до 50. 50 киллов на ареса пулики. 50 киллов. Я в шоке. Очень жестко. Пробуем. Пробуем дать еще. Карта довольно-таки удачная. 6 на 6. Red Alert-ик. Пробуем дать примерно столько же. Примерно столько же пытаемся дать. Если даем, будет очень хорошо. Будет очень хорошо. Если дадим больше, будет еще лучше. Сразу газуем ближе к респу вражескому. Нет смысла катать на расстоянии. Надо стараться держаться где-то в зоне респа. Противник ливает. Три противника против. Габелла, короче, наливали, типа. Наливали скатки.
Ну, конечно, никто не хочет страдать против такой машины жесткой. На Ареса пулики. Я бы тоже ливнул. Зачем страдать, если можно просто выйти? Логично? Да Викариса хочет мне еще накинуть. Накинул. До связи. До связи, молодой. Хорошего накида тебе, братанчик. Всего доброго. Всего доброго, братанчик. Так. Поставит купол, не? Не хочет? Блин, поставил бы купол, я бы ему шарика как запустил бы в этот купол. По красоте. Не захотел, да? Так, ну заходит противник, не заходит? Считаю, ну, пока что такое себе. Пока что такое себе по противнику. Может купол? Не хочешь купол дать? Купол, 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 купол. Хорош, молодец. Сюда, блин. Плохой шар. А, нормально. Нормально, нормально, нормально. Нормально. Даем, 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 даем. Еще, еще сюда, сюда, сюда. Урон, 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 урон. Хорошо. Хорошо. Еще сюда. Может сюда? А может еще сюда? Сюда, сюда, сюда. Давай, 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 давай. Хорошо. Хорошо. Но не так, конечно, шикарно, как было на песке. Противника до сих пор 4. До сих пор 4. Так, ну вот этого мы точно забираем. Как бы он не хотел сливаться. Ему придется. Так, ну и что у нас здесь? Есть где-то? Оппонент. Оппонент есть? Дайте мне противничка. Алло, я готов уничтожать. Дайте сюда хоть кого-то. Чисто на чпокинг. Чисто на прямой чпокинг. Дайте кого-нибудь. Давай, 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 братанчик. Хорошо. Есть контакт. Есть контактик. Контактик есть. Еще сюда. Хорошо. Добавил. Добавил. Хорошо. Пока все шикарно, молодые люди. Пока что все шикарненько. Еще добавить, может быть, не? Чуть-чуть. Хорошо, еще добавки. Еще добавки. Алиса, Алиса. Алисочка один. Так, Титанчик опять купол свой прожал. Опять он прожал свой купол. Ну зачем ты его жмешь, братанчик? Не поможет купол. Ведь мы тебя быстренько схаваем. Схаваем Васпика. Хорошо, плюс 2. Вот вам и бустер в тайминге. Еще добавка. И еще добавка сюда, сюда. Все хорошо. Пошла работа. Кидаем шарик. ХП себе даем. Даем тиммейтам чуть-чуть. Чтоб насыпало. Титанчика надо респануть. Респануть, респануть, братанчик. Ай, чуть-чуть. Чуть-чуть не додал, к сожалению. Так, 14 на 1, да? 14 на 1. 14 на 1. Ну дать бы 25 тут. И учитывать тот факт, что в начале противника особо не было. Если 25 дать, я думаю, что это будет нормальный показатель. 25 будет хороший показатель. Еще и тут попахивает досрочечкой. Небольшой. Так. Но что касаемо овердрайва, я вам скажу так, что моментами... Моментами лучше, чем Крусейдера овер. Моментами хуже. То есть тут, ну, такое, знаете как, неоднозначный моментик. С одной стороны нормал дэнс, с другой стороны, ну, такое, такое си. А то есть иногда можно с Крусейдера тоже очень неплохо навалить. Но здесь больше плюс в том, что у вас есть возможность самохила, да, то есть у вас есть дополнительная аптека на корпусе. С Крусейдером у вас никаких дополнительных аптечек нету, поэтому здесь есть такое вот некое... дополнительное преимущество. Его может как-то и компенсировать. Ту сосульку хорошую на Крусейдере. Ну и плюс здесь больше хп. Да, то есть вы живете дольше. На таких картах вам особо быстро там передвигаться нету смысла.
Вы как раз-таки вот за счет такой темочки и можете неплохо давать. Ну и хпшечка вот в таком моменте, например. Плюс урончик дополнительный, это очень хороший буст для вашего танка. Ну и все, здесь досрочка. 20 киллов я успел дать, походу, да? 21 успел дать. Очень хорошо, очень хорошо. Очень хорошо. Ну и заключительную в ТДМочке. Заключительную в ТДМочке, чтобы закрепить, так сказать, уверенность вооружения. Я думаю, что надо сыграть еще ТДМ на Ареса Вулканчике. Мне очень нравится. Я уверен, что я на этом сочетании буду играть на стримах. Я очень сильно ждал его, когда еще был вулкан с поджогом. Сейчас вулкана с поджогом нету. И адреналин может быть даже в каких-то моментах жестче, чем вулкан с поджогом. За счет того, что если у противника есть иммунитет от поджога, то, соответственно, ваш уже вулкан не будет так жестко наваливать. А здесь с повышенным уроном при уменьшении вашего здоровья вы всегда будете в плюсе. Я считаю, что это очень крутая альтернатива, которая, ну, привела и была вообще, как бы, да, появилась. И исходя из того, что у нас просто зажигательную ленту нерфанули. Если бы ее бы нерфанули, может быть, даже никто бы и не узнал бы о адреналиновой жесткой имбе. Ладно, закрепляем, надо выиграть. Надо выиграть, по возможности дать очень много киллов. Работаем, стараемся. Пробуем, если получается, очень круто. Если не получается, ну тогда немножко тилтово. Но все равно. Надо выигрывать. Надо выигрывать. Хороший бой. Здесь можно дать очень хорошая карта. Можно дать 30. Стабильно 30. Может даже больше. Страйкер пытается свестись. Я не знаю, как он сводится сверху вниз. У меня там вообще не было сводки. Пробуем занять примерно такую же позицию или нет. Не, наверное, не стоит. Наверное, это будет глупо с моей стороны занимать такую верхнюю позицию. Вот что-то катать здесь от низа. Покидать дополнительного урона. Хорошо, плюс килл. Есть открытый викарельщик в простреле. Но, к сожалению, мне сзади еще сливает один. Так, где бы мне лучше встать здесь? Наверное, развивать лучше где-то центр. Где-то центр. И пробовать от центрика накидывать. Думаю, что центрик покажет лучший результат. Да, давайте сюда вот так вот поедем. Сразу. Вот вам викарельса, которая хотела меня слить, и которая бы меня слила, если бы я был бы на крусейдере. За счет овердрайва Ареса всегда фул хп. Невозможно чпокнуть. Просто unreal чпокнуть с овердрайвом. Даже против мамонта держит овердрайва. В легкую. Так, плюс килл. Хорошо, когда есть хорёчек, который показывает, сколько хп у противника, сразу можно кого-то дополнительно подзабрать. Так, есть открытый прострел. Хорошо, сразу с ДДшки дополнительные накидываем. Викарельсочка. Аккуратно поднимался. Мне рельса прилетел. 11 киллов. 11 киллов. Ну, тяжело найти позицию на такой карте для такой машины, при том, что это ТДМ. Если бы были бы точки, то противник бы кучковался на них. Здесь все как-то по уголкам каким-то разъезжаются. И такой прям определенной жесткой какой-то позиции нет. На нагиб, на чпокинг. Поэтому не совсем прям идеально круто. Даем здесь такой вот овердрайвик, чтобы забрать быстро у вас по рикошету, который может мувить и мешать. Да, и сразу пытаемся накидывать по титаногромчику. Закрываем его, есть викошафт в простреле. Может быть, он захочется свестись. Нет, не хочет. Хочет бежать. Есть отличный унос его. Сейчас бы, конечно, был бы мне куполочек не помешал. Ну, хантаражига сама откроется. Но я не дожил твинс сзади в спине. Я так понимаю, что с овердрайвом вика твинс, да. 15. Ну, 15 за полбоя, это очень неплохой результат для ТДМки. Овердрайв вот от хантера, конечно, очень неприятно. Но что я могу поделать. И вот вы видите против, что есть, да, иммунитеты от поджога, есть защита от поджога. О чем я говорил, что не будет работать ваша, например, камбулечка зажигательной ленты. Вернее, раньше не работала бы, да? Адреналин работает, ему пофиг. Есть там какие-то иммунитеты, нет иммунитетов. Он стабильно дает дамажки хороший. Ну и за счет этого, конечно же,
Нагибает. Так, есть шафт в простреле. Закрывать надо его, конечно же. Входу. Противник открывается ближе к центру. Мне надо бы, конечно, поймать зону с респами хорошими. Так, вот, например, рикошафт. Тройной выстрел, да? А, не тройной. Ну ладно, хорошо. Где-то здесь покатаюсь. Мы начали выигрывать, это очень хорошо. Где-то здесь покатаюсь, подожду. Может быть, респы пойдут. Можно будет шарик еще дополнительно дать. А, можно даже дать сейчас. У меня надо хп. Шарик даем. Разворачиваемся потихоньку на своей толстой кабинке. Но мне шафтик респит. 18 киллов. Противник сравнивает счет. Надо пробовать давать больше. И еще. И карельсочка троллит меня. Пытается на манс идти. Вас по рельсу мы сливаем. Викарельсу мы тоже должны сливать. Хорошо, ее даже кто-то подсасывает. Викарика забираем. Титанчик жмет купол. Будет сейвить тайминг. Есть Вика Твинс. Можем забрать его. Притом в легкую. Хорошо. Дико... А, дико пулик не работает. 21, да? 21. Пробуем. Будет овердрайв. Один. Даем его. Подбираем еще один. Уничтожаем противника. Одного, второго. У нас плюс 10 точек уже. Ой, плюс 10 киллов, не точек. Так, пулик от стенки хочет мне накидать. Конечно, без шансов. Еще один овердрайв, который в очередной раз мне дает хп. В очередной раз сейвит аптечку. И есть еще одна дополнительная у меня аптека, которая дает мне только 1000. 27 киллов. Очень хорошо, до 30 скорее всего уже доплываем. Плюс 15 киллов отрыва. Это, ну, тот результат, который меня вполне устраивает в таком бою. Прожимаем ДДшку, чтобы на Верочку... А, хотел сказать, на Верочку чпокнуть, но... Вика Твинса я не ожидал с овердрайвом перед собой увидеть. Ну и 30 сек. 100% победка. На радаре у меня здесь где-то противничек должен быть. А, его уже чпокают. Хорошо. Может быть, успеем? Может быть, успею еще кого-нибудь подзабрать. Лак серва. Одного подзабрал. Еще бы... Но не успел я. К сожалению. Хорошо, очень хорошо. 28 киллов, почти до 30 в ТДМ. Я считаю, что это очень хороший показатель. 2500 это 5000 в обычном матчмейкинге с дополнительными фондами. Очень хороший результат. Мне безумно раньше нравилась идея использования данного ареса с иммунитетом от поджога. Но после того, как мне наконец-таки упало это устройство, сомнений уже не осталось, что это лютейшая имба, которая до сих пор является максимально актуальной в матчмейкинге. У меня, друзья, на этом все. Обязательно не забывайте поддерживать трансляцию. Ой, трансляцию говорю. Видеоролик лайком. Подписываться на канал, если еще вдруг не подписаны. Также не забывайте, что у нас в настройках в игре в разделе аккаунт есть тег создателя контента. Мой тег это TeamP. Выбирайте его, если поддерживаете проект. И тем самым, поддерживая проект, вы также поддерживаете меня. У меня на все, что я могу добавить? Имба лютая, просто развал дешевых кабин происходит на постоянной легчайшей основе. Всем удачи и всем пока, друзья.